В продолжении темы о внутреннем туризме. Начинающий тревел-блогер Евгения Кудлай назвала Карелию лучшим местом для отпуска этим летом. Вместе со своей съемочной группой путешественница посетила Северное Приладожье, чтобы рассказать туристам, где можно остановиться, куда сходить и что посмотреть в этих местах. В Карелии чувствуешь какое-то единение с природой. Это бескрайние Ладога, скалы, сосны. Просто наполняешься силой и энергией. Здесь нереально круто, и хочется дышать полной грудью. Съемки велись в горном парке Рускеала, в историческом центре Сартовалы и музее Кранида Гоголева. Впрочем, блогер посетила и менее популярные туристические объекты – поселок Лумивара, где находится старая лютеранская кирха, а также доехала до старого моста через реку Янис-Йоки. В будущем Евгения планирует посвятить отдыху в Карелии еще несколько выпусков.